Всем привет, народ, с вами Филаор, и сегодня мы продолжаем проходить Лоботомии Корпорейшн. Итак, ребятки, сейчас нам надо сфокусироваться на заданиях, потому что задания обозначают сюжет. А сюжет не будет двигаться, если мы не будем решать задание к сумерке. Я не знаю, смогу ли я выполнить это задание сейчас. У меня хоть и сильные ребята, но недостаточно, на мой взгляд. Смотрите, 4 разные аномалии. У меня так-то появилось 2 новых аномалии и новый целый отдел, целая новая команда контроля. И новый этаж? Брия. 4 раза, 4 аномалии. У меня есть, в принципе, 3 аномалии, которые я точно могу усмирить. И это не включает в себя большую птицу. Если какая-то из этих аномалий окажется сбегуемой, то тогда я смогу провернуть это дело, но пока не могу. Завершите день с 3 или менее сотрудниками в каждом департаменте. Переиграть всех наших героев по разным местам. Я не хочу этого делать, потому что, как вы знаете, я люблю бонусы. А бонусы даются, если ты сидишь на жопе в определенном департаменте, в определенной команде. Я знал, что бонусы есть, но какие бонусы, я на это не заострял внимание. Так, каждый параметр плюс 4. Ну, это капитан команды. А капитан команды получает 2? В 2 раза больше, верно? Чего? Роза! Каждый параметр плюс 4? Как это работает? Ну, она капитан тренировочной команды, но почему у нее другой бонус? Тут тоже опыт. Короче говоря, тренировочная команда получает опыт. Так, Оуэн. Давай, мой крутыш, покажи. Скорость передвижения? Команда контроля дает какую-то сраную скорость передвижения. Да у него и так уже 100, 119. Вау. Кстати говоря, это баллы или проценты? Вот тоже интересно. Если это баллы... А... Ладно, хорошо, вопрос отпал. На 24%. Угу. Но у него и так 110, что ему дадут эти 7? Так, ладно, его мы можем переставить. Я запомню его у себя в голове. Итак, команда безопасности. Это было здесь все время? Увеличение мужества и мудрости сотрудника. Это клерки. Просто восстановление здоровья для всех сотрудников. Это... Не одинаково? Их. Ладно, пока насрать. Пока насрать на клерков. Клерки вообще дерьмо. Они просто гуляют себе и живут своей жизнью. Я их не трогаю, они меня не трогают. Все нормально, мы уживаемся. Мужество и мудрость сотрудника на уровень 3. Когда достигается 3 уровень? Когда ты 3 дня выживешь в этом департаменте, так? Получается, тогда у Геральта должен быть уже... Хватит так делать, игра, подчиняйся мне. Плюс 5. Он у меня уже 4 дня как существует, а это означает, что он... Да... Стоп, это то, что я делал для каждого департамента. Это бонус усиления в конце каждого... Но почему я могу их выбирать? Ладно, наверное, окей, сделаем так. Почему я могу их выбрать? Команда безопасности у нас тестовая. Геральт, если что, его не жалко, он Геральт. Он должен быть тестировщиком. Он должен побеждать монстров. Это Геральт, мать вашу. Здесь у нас неизвестная аномалия. Значит, соответственно, я сделаю нового... опять ты без половины лица, не надо так делать. Почему у них нет второй половины лица? Как убрать этот баг? Мне нравится... Оу, Дэниел? Дэниел. Дэниел. Блин, звучит. Ладно, хорошо, я не могу рассмотреть твою внешность полностью, но допустим, ты будешь Дэниел. И мы увеличим просто вот так вот каждый параметр, чтобы было. Блин, у меня кто-то уже с подобным лицом был, это нечестно. Дэниел, брат Хосе? Итак, Дэниел. Ты будешь присматривать за новой аномалией, ты ни в коем случае не будешь главой команды контроля, нет. Это дело заслужил Фрэнк. Вот Уилсону вообще выдержка не нужна, вот его бы надо было передвинуть, но зато... Но Фрэнк... Пускай будет Фрэнк. Фрэнк заслужил быть капитаном.
Он самый удачливый сотрудник. Он присматривает за самой жопной аномалией, которая у меня есть. Ты... Дэниел? Фрэнк. Фрэнк заслужил быть капитаном какого-то там Дэниела. Давайте-ка мы тебе дадим нормальную одежку и оружие. Так, ты новичок. Соответственно, удар у тебя не шибко развит. Тебе нужно что-то огнестрельное. Но все у меня на огнестрелы уже раскиданы. Ты, наверное, не ожидал, когда поступал на эту работу, что у тебя будет такая клевская униформа. Да и, пожалуй, овечку. Да, почему нет? Типа, Тед, это всяко лучше Зейна, да? Вы форсировали комментариями вот этим вот всем, что Тед лучше Зейна, а Хе лучше Теда и так далее, как, собственно, и вот здесь в колонке и написано. А давайте мы пожалеем Хантера и Камилу. У нас будешь одиноким. И Камила, у нас тоже будешь одиноко вместе с Хантером. И, блин, вы так похожи! Давайте, быстро в комментариях решайте, будут ли они братом и сестрой или любовниками. Давайте. Я жить без этого не смогу. Команде контроля я пока не доверяю. Кортни надо еще прокачиваться. И вот мы. Вот мы на стартовой линии, ребята. Сейчас начинается 21 день, и я узнал что-то новое из меню на 21 сутки. Блин, у нас есть 13 лукпоинтов, мы можем их раскидать правильно. Не, ничего не будем делать. Начинаем следующий день. Это как-то странно. Я не понимаю, почему он выглядит как старый театр. Почему? Это же сверхсекретная лаборатория, какого хрена? Вообще выглядит как развалины какого-то старого города. А это какой-то театр. Так, а я выпал еще секунду. Эффективность завершено. Отлично, мы удовлетворили Ницаха. Ницах мой пацанчик, Ницах мой чувак. Он такой депрессивный парень, я его в этом плане понимаю иногда. Но он свой в доску, он меня не подведет, он крутой. Я надеюсь, что с ним все будет хорошо. Я надеюсь, я его чутка порадую. Сюда у меня в прошлый раз, по-моему, да. В прошлый раз у меня ходил Хантер. Я думаю, тебе не будет влом ходить к бабушке периодически. Потому что бабушка дает очень много энергии. Как ни странно, она очень энергичная старушка. И поэтому ей нужно подсылать молодых мальчиков, чтобы она заряжалась с них энергией. Так, Галина. Ты ж мой вечный психиатр у девочки со спичкой. Естественно, кому из нас когда не протыкала грудь огромных горящих хрень, верно? Верно. Всем нам нужен психиатр. Так, Галина, иди. Она ее уже знает. Она знает Галину и Евангелину. Это ее подружки, но... Походу, она Евангелине наставила рога, поэтому теперь я не очень хочу их вместе встретить, чтобы они встречались. Евангелина у нас догоняется хорошими снами. Ладно, давайте для начала узнаем, что у нас в новых аномалиях. Я не люблю АСМР. АСМР плохо. Фу-ф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 у. Лысина, это круто? Это вы? О нет, музыка, не покидай меня! Не делай так со мной! Ладно, все, я понял, хорошо, приближаться к ней сильно не надо, да. Мы и так сегодня, думаю, наслушаемся этих старовенских охов, когда будем наблюдать за... За кем? За кем мы будем наблюдать? О, нет, лысина, это круто, вот ты где! Ты выглядишь, как ни странно, как лысина. И это у тебя свастика такая? Давайте думать логически. Лысина — это круто. Я почему-то думаю, что мой сотрудник точно останется без головы, если он пойдет туда. Поэтому я отправляюсь в самого ответственного, в самую крутую подопытную крыску, которую можно было сделать, и которая заботится о своей внешности. Вы уже поняли, о ком я говорю? О, да. Кортни! У тебя клевые волосы, Кортни. Я надеюсь, они останутся на своих местах. И... А, давай-ка мы тебя отправим сюда. Потому что... Лысина это круто, это очень опасное предприятие. Я не думаю, что оно ее убьет на самом деле, но...
возможно, как-то испортит моего персонажа. Я не хочу портить своих персонажей, но Кортни мне совсем не жалко. Камила, я знаю, что ты веселый защитник. Вау! Ты выглядишь так, как будто тебе ничего не нравится, но, боже, хорошо, заткни эту тварь. Так, ладно, хорошо. Опять же, тихо, Мата, я тебя не слышу. Не слышу я тебя, уйди. Так, ладно. Хорошо, давайте думать логически. Опять же, эта фигня выглядит как девушка. Я буду к ней относиться как к девушке, поэтому это не фигня. Она... девушка, и она плачет. Возможно, кто-то ее бросил. Возможно, с ней произошло что-то реально плохое. И ни в коем случае нельзя использовать инстинкт кормления. Я не думаю, что она какая-то злостная хрень, которая будет пожирать всех подряд. Нет. Возможно, нет. Но я в нее верю. Я верю в аномалию. И подавление тоже не надо использовать, потому что ее и так кто-то уже подавил. Надо использовать либо понимание, либо привязанность. Но, опять же, если, допустим, ее бросил парень или девушка, я не знаю, какие у нее предрасположенности, и тем не менее, если ее кто-то бросил, то привязанность будет очень нетактично использовать сейчас. Давайте попробуем подослать к ней девушку, Камилу, собственно, и попробуем на понимание. То есть, как бы, возможно, ей удастся ее успокоить, разговорить, поделиться общими проблемами, переживаниями. Да, почему бы нет? И, возможно, она перестанет СМРить мое ухо. Так, хорошо. Для начала будем по очереди это делать. Вроде бы я везде всех расставил. Теперь я ни за кого не волнуюсь. Ты иди в жопу. И музыка! Я хочу понаблюдать за Камилой, поэтому давайте будем это терпеть. Просто давайте будем это терпеть. Я буду заглушать это своим прекрасным голосом. И несложно понять, что аномалия уже долго тоскует по кому-то, когда вы услышите, что она шепчет. Я угадал. Проверка когнитивного развития, многосторонний биоанализ, проверка умения решения оценки последовательностей. Всегда находится в одной и той же позе. Если бы не шепот, то никто бы не поверил, что она не статуя. Ладно, по ней же видно. Это голая, одинокая девушка, блин. Да, мне сложно от нее оторвать глаз, потому что, ну, наготу в этой игре не так легко увидеть. И вау, все плохо. Камила, уходи оттуда! Так, Камила, иди возвращайся, иди восстанавливайся. Она не жрала ее ХП. Это уже хорошо. И... никакого локального пиздеца не случилось. Ну, отлично, мы заработали уже 100 лоб-поинтов, и, по-моему, все идет своим чередом. У меня скоро зеленый рассвет. Вау. Почему так мало счетчик осталось? Так, лысина, это Кортни, ты же моя спасительница. Беги! И так, опять же, лысина, это круто. Давайте думать логически. Это не агрессивная аномалия, потому что в самом названии скрыт смысл. Лысина — это круто. Возможно, этими словами эта аномалия сама себя утешает, а возможно, она и правда считает, что лысина — это круто. Поэтому... не знаю. Возможно, при хорошем положении дел она просто снимет скальп с кого-нибудь, а при плохом — голову. Я предполагаю так. Поэтому мы отправляем Кортни. Она довольна своей работой. Так, кто она у нас, кстати? Нерешительный новый сотрудник. Ну вот, мы дадим ей немножко решимости. Здесь нужно действовать тоже аккуратно и тактично и хорошо. Понимание или привязанность. Мы начнем с первого. Опять же, лысина — это круто. Мы должны это понимать, верно? Это же логично. Оуэн, о блин. Как я прусь дизайн этого персонажа. Опять же, я не хочу специально отключать их характеристики, потому что вы только посмотрите на него. Он идеален. Он идеален, и он это сделал сам. То, что Роза у нас выглядит как набуханный мужик, это другое. Опять разлад с монстра-девочками. Хосе. Нет, я, конечно, могу попробовать отправить туда кого-нибудь другого, например, Бон-Бона. Но ведь это будет измена, это будет неправильно. С другой стороны, давайте попробуем. Я сегодня плохой мальчик. Да, просто на высокий. Очень высокий нам не надо, она все равно это дело не одобрит.
до самого конца. Отправляйся снова к девочке со спичкой, она тебя очень мало потрепала, и в принципе это хорошо. Она учится разговаривать и общаться с людьми, это замечательно. Так, на Шаденфрейда мы пока смотреть не будем, мы его будем максимально игнорировать. И в данный момент... Я удовлетворил все аномалии. Лысина, это круто, передвигайся. Ну и доктор, я за тобой смотрю. Смотри, я не... Хорошо, я не размещаю... Где ты, Кортни? Почему ты идешь по низу? Почему ты идешь по низу? Оу, блин. Как это работает? Зачем был придуман верхний этаж, если... А, ладно, насрать. Хорошо, она не успеет, мы потеряли... Да, мы потеряли, но ничего страшного, потому что... Ничего страшного не произошло. Эта аномалия не сбежала, значит, наверное, она и не сбегает, в принципе. Так, кто-нибудь еще нуждается в моей помощи? Нет? Хорошо, отстаньте. Все раз возвращайтесь по своим департаментам, сейчас я наблюдаю за героем дня. Сотрудник Кортни начал снимать свой парик, так как он... Она чувствует гордость за свою лысину. Нет, Кортни! Кортни, здесь это не парик, у тебя никогда не было парика. Боже, почему так мало ячеек? Нет, 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 Кортни! Нет! Кортни! Ты теперь Брюс Уиллис! Что с тобой сделал? Что я натворил, блин? По-моему, она не очень довольна. Мы облажались двумя аномалиями, сегодня точно плохой день. Так, бабушка, бабушка Хантер. Бабушка, Хантер, Хантер, бабушка. Где Хантер? Хантер! Не прячься, Хантер, ты все равно пойдешь к ней, ты все равно удовлетворишь бабушку. Вот теперь я над Розой вижу вот эту хрень. Такая же хрень в виде спички должна появляться, когда девочка со спичкой бушует, я понял. Надо искать, надо высматривать. Мои ребята уже достаточно круты, чтобы побеждать всякие рассветы и тому подобное. И я думаю, они выдержат сумерки. Но не факт, что мы сегодня до них дойдем. Итак, Камила. Да, у вас первая встреча не заладилась, но я все равно думаю, что если вы попробуете на привязанность, все будет хорошо. Так. Ага. Я буду за тобой наблюдать. Мать твою мать! Простите? Что с вами? Почему мы схватились за свои яйца? И почему этот чувак доволен? Кортни? Кортни? Кортни ведет... О, ёпта. Так, Кортни ведет себя... Как хорошо, что вы, ребята, можете ее зачистить. Потому что... Ну, с Кортни все в порядке. Что? Что? Пожалуйста, что? Тренировочная? Кортни? 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 Да, это Кортни, с ней все в порядке. Что не так? Может, это баг? Имелся в виду кто-то другой? Да нет, все. Прекрасно, не трогай меня, как всегда, занимается херней. Итак, Камила. Так, я не знаю, что это за херня была, возможно, я не... Даже если аномалия не движется, Камила считает ее весьма страшной. Да, это было жутко. Шепот понемногу становится громче. Почему вы держитесь за яйца? Вы же роботы. Так. Сотрудник Камила не обращает внимания на то, что говорит, и делает вид, что она глухая. Да, хорошо, с ней что-то не так. Давайте для начала узнаем самое важное, что мы хотели. Она не сбегает. Здорово. Отлично. Ребят, поднимайте уже свое достоинство и вперед. Блин, я все равно не понимаю, почему этот чувак более-менее недоволен, а чувак вообще в нирване, походу. Кортни. У нас еще осталась одна ячейка. Одна свободная, спокойная ячейка. И мы пошли с тобой возвращать твои волосы. И слава богу, это не свастика, это перевернутая буква Ю. В
Боже, Кортни, какая ж ты медленная. Напомните мне кто-нибудь потом прокачать и справедливость, ну хотя бы чуть-чуть. Вот кому надо вот кому надо вот сюда идти. Вот кому надо вот в самый первый мой департамент. Кортни, я надеюсь, что она прокачается. Итак, ей нечего снимать. Ты уже косячишь. Я только что говорил про Брюса Уиллиса. Она читает мои... Она зомбировала мои волосы. Она зомбировала мои волосы. Она отправляет сигналы через космос мне. Через Wi-Fi, через игру. Я не знаю, как это работает. Почему некоторые аномалии реально угадывают о том, о чем я думаю? Возможно, я не настолько очевидный парень. Акс, ну, это сработало. Это хорошо. То есть и эта аномалия, и та аномалия работают на привязанность. Отлично. Но так мы сможем узнать. Да, мы сможем узнать. И она тоже не сбегает. Замечательно. Однако у этой аномалии все-таки есть счетчик клепот. А это значит, что она все-таки может устроить какой-нибудь пиздец. За ней надо аккуратно следить. Да. Я, наверное, схожу на нее еще разок попозже. После этого мы будем уже с ней аккуратными. Итак, Геральт. Геральт, я тобой дорожу, поэтому ты, пожалуйста, уйди выпить. И оставь эту сложную работу настоящим профессионалам. Сейчас будут роботы! Ну давайте, гребаные терминаторы, я вас всех... Вау, вы так близко. А чего они, кстати, боятся, я все время забываю. Они боятся белого и черного урона, значит... Моя семейка охотников снова в деле! Вау, Хантер, они тебе вообще не идут! Я все-таки подумаю над тем, чтобы убирать некоторые бонусы, ладно. Так, Хантер, иди сюда. А, они еще боятся белого урона. Белый урон у нас не здесь. Белый урон у нас где-то в другом месте. Ты у нас белый урон. И ты... Да. Я думаю, они вдвоем управятся. Будем отправлять чисто по парам, потому что... Вот, по-моему, тоже неплохая парочка. Летиция, она... Так, зеленые роботы. Роботы, они никак не воздействуют на аномалии. Да? Я же умный парень, я же помню все это дело. Блин, почему все начали... Нет, эти вообще сдохли. Эти до сих пор в нирване. Как их оттуда вы... Я могу на вас потыкать? Нет, это не работает. Она... Вау. Так, хорошо, она не исчезла. Ничего, Летиция, ты же не против, что я поиграю с роботами, верно? Они как бы мне не оставляют другого выбора. Хантер еще должен трясти свои дела здесь. Оу, нет. Кортни, что опять не так с Кортни? Как я этого не заметил? Так, нет, Кортни, мать твою, Кортни! Как? Его здесь не было. Я клянусь. Его здесь не было. Откуда он взялся? Нет. Ладно, хорошо. Все ради игры. Все в плане игры. Игра есть игра. Мы не будем возвращаться ради Кортни. Ну, блин, жалко, да, но... Это Кортни. Так, команда эффективности. Нам же не надо было, да, чтобы в плане эффективности у нас кто-то что-то выжил, верно? Эффективность завершена и все хорошо. Кортни, жалко. Кортни.
Да убейте вы его уже! Как? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Я не успел привязаться к Кортни. Я же не успел привязаться к Кортни. Нет, нет, ни в коем случае не успел. Мне показалось, она поменяла позу. Камила, восстанавливайся. Всем восстанавливаться! Кроме тебя, Нарая, тебе надо идти к большой птице, потому что большая птица... Так не годится, большая птица. Что ж, Дэниел, походу тебе придется идти на крутую лысину. Теперь. Да, мне жалко Кортни. Я не знаю почему, я ведь знал, что в конце концов она умрет. Я ее использовал для того, чтобы она умерла, но... Блин, почему мне ее все равно жалко? Она была самым модным сотрудником в моей компашке. Камила, так, иди. Мы сейчас наблюдаем за кем? Блин, так, давай наблюдаем за ней. Судя по всему, здесь есть какая-то фигня с наблюдением, поэтому мы наблюдаем за ней. Так, пока что все идеально, все хорошо. Мы последний раз юзаем ее. Последний раз. Аномалия лысина, это круто, ничего плохого не сделает. Блин, Камила, ты такая молодец. Ты практически полностью заполнила ее мимиметр. Возможно, даже она прекратит плак. В смысле? Какого хрена? До меня, кажется, дошло. До меня, кажется, дошло. Лысина это круто работает только с лысыми сотрудниками, да? То есть, неважно, что я теперь... Нет! Нет! О, нет! Нет! Только не ты! Не-не-не! Так, стоп! А, остальные... Так, окей, хорошо, ладно, лысина. Нет. Фред. Только не... Нет. Я не хотел, Фрэнк. Прости меня, Фрэнк. Я теперь... Я смогу заменить свою как-то вину, Фрэнк, загладить. Ладно. Руководство по обращению. Вас осветил лысина, это круто. Луч, который... луч, потому что ваши волосы до сих пор шоколадят. Сраная ты тварина. Я надеюсь, к следующему дню это дело пропадет. Будем надеяться. Брюс Уиллис, не Брюс Уиллис, но, блин, он выглядел шикарно. Только попробуй. Нет! Только не... Да. Да, 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 да. Работай... Да, да, да. Работайте складно. Так, давай теперь ты. Мне не хватит всех сил, чтобы... Давайте пока что руководство по обращению. Если сотрудник с выдержкой первого уровня будет направлен к этой аномалии, есть риск того, что, слушая ее, вернется. Если сотрудник повернется к ней лицом, то мгновенно запаникует. Да, он обернется. Я думал, может быть, аномалия должна обернуться к нему. Как только у аномалии будет выполнена работа на привязанность, уровень счетчика клипот упадет. То есть привязанность это плохо. Все-таки. В результате нормальной работы уровень счетчика клипот аномалии понизится со средней вероятностью. В результате плохой работы уровень счетчика клипот аномалии понизится с высокой вероятностью. Ладно, то есть мне надо выполнить... Но она не сбегает. Чего тебе от меня надо, женщина? Блин, я боюсь на нее ходить. Я реально боюсь потерять Камилу. Роза, иди выбивай с нее деньги. Энергия это деньги, а деньги это жизнь. Так, тут у нас все нормально, даже Шаденфрейд доволен. Может быть, Хосеш сходит на Шаденфрейда? Да! Хосе надо прокачивать подавление, пускай. А ты? Бон-бон... Ходишь на паучье логово?
Я не знаю зачем. Просто сходишь на паучье логово на привязанность. Возможно, у них что-то тоже склеится, я не знаю. Какие-то пауки. Пауки, они любят размножаться, наверное. Только не откладывай. Только смотри, не позволяй откладывать яйца у себя в глазах. У тебя нет очков, как у Хосе. У Хосе есть модные очки. Хотя именно эта аномалия их и дает, ладно. Так, Геральт. Геральт, выпить. Пока сотрудник освещенный лысиной, это круто, лучом работает с лысиной, это круто, волосы всех остальных сотрудников выпадут, и в этот месяц они станут лысыми. И что мне делать? Что? У меня нет других сотрудников, да? Ну, теперь, ну, хотя да, а чего мне теперь терять-то? Так, вот это напрягает. 29-28? Подождите, других сотрудников, в смысле вообще других сотрудников или из этого департамента? Окей, лады, так, Хантер. Хантер здесь, Хантер как раз, кстати, на месте. Так, Оуэн, Оуэн. Вот не дай бог Оуэн потеряет свою крутизну. Хотя, крутизна Оуэна никуда не денется с его волосами. Ну, по крайней мере, мы теперь решили проблему с Кортни. Теперь нам не надо ее прокачивать. А с чего? Хосе! Блин, как бы я хотел посмотреть, как они мочат Шаденфрейда, но я не могу. Вау, лысина! Лысина стала полностью круглой. Чтобы мне открыть и посмотреть, что будет дальше, мне нужно посмотреть эти обе аномалии разными сотрудниками, но... Обе эти аномалии какие-то странные. Здесь какой-то отчет. Там тоже понижение уровня клепотный. Я не знаю, что он делает. Восстановился ли уровень этого клепота или нет? Ну, мы поняли, что понимание она не любит. А на другое я пока что боюсь впихать. Здесь тоже непонятно, что за херня. Имелось в виду чисто этот департамент или вообще все... Не станут лысыми. Ладно, пока тебя не трогаю. Ты все равно даешь мало лоб-поинтов. Нафиг ты вообще нужна? Так, пробуем отправить Камилу. Камила? Я знаю, что у нее понижается при привязанности, но получается у нее сейчас 2. И нам надо выведать все ее секреты. Так что, Камила, я держу за тебя ручки, с тобой все будет хорошо. Это опять произошло. Стена, возле которой стоит смотрящая на стену. Так вот, как ее зовут! Теперь... Мы еще не открыли название, но тем не менее. Смотрящая на стену покрыта плесенью, но никто не хочет почистить ее. Смотрящая на стену не сдвинулась ни на миллиметр, но кажется, она чувствует присутствие Камилы в камере содержания. Даже капля внимания могла бы помочь понять значение ее слов, но ни один сотрудник так и не попытался этого сделать. Поэтому мы и делаем работу на... привязанность. Почему-то на понимание это не работает. Сотрудниками пытается сконцентрироваться на работе. Камила, ты умничка моя! Блин, я ей горжусь. Я ей... Вот что называется хороший работник? Ее надо переводить из этой команды куда-нибудь в команду покруче, потому что она уже прошаренная. Оф, она молодец. Тем самым не заработала... кучу ячеек, и теперь побежали открывать остальную информацию, а именно руководство по обращению. Когда уровень счетчика клепот аномалии вот этой опустится до нуля, все сотрудники в департаменте получат белый урон. Это не страшно. Смотрящая на стену. Я тоже гений, я смог понять это, даже не открыв ее. Ну и какая-то, да, она какая-то грустная. Честно признаться, я пробовал сделать тестовую игру, чисто как бы, вот, чисто для себя, чисто попробовать разные варианты. Я экспериментировал с часами обратного хода. Я хотел понять, что это за херня. Спасибо большое вашим комментариям, спасибо, что вы их пишете, потому что теперь я примерно знаю, как это делается. Тем не менее, я специально в один из таких выпусков выпустил кучу аномалий, большую птицу, пустые сны, девочки со спичкой и постарался запечатать их одновременно с помощью часов обратного хода. То есть они возвращают просто хорошее дефолтное состояние комплекса, когда никто не сбегает и у всех все замечательно. И это не сработало как усмирение. Поэтому
Это был единственный вариант, как я мог запечатать большую птицу. Запечатывать ее вручную вообще не выход. Я не смогу. Этот план надо реализовывать только тогда, когда у меня будет 4 аномалии, которые точно можно будет вызволить и затащить обратно. Сейчас она опять выполнит работу свою замечательно. Мы поймем, что не так с этой девушкой, и я открою, как правильно с ней нужно обращаться. И поехали. Обычный... Вау. Вау, очень высокий. Ай! Так, ребятки, я решил сегодняшний день добить до испытания сумерек. Я сейчас буду делать большие таймскипы, потому что хочу уложиться в наше время, чтобы выпуск был более-менее короткий. И да, я это делаю потому, что нам надо быстрее выполнять задачи комплекса, чтобы дальше двигать сюжет. И Камила не должна погибнуть зря. Камила должна иметь смысл в этой жизни, возможно. Ладушки, ребятушки, у нас наступает полдень, а это значит, что мы должны его каким-то образом пережить. Насколько я понимаю, насколько я помню, полдень — это столбы. Столбы, которые посещают нас неистовым пиздецом, если кто-нибудь останется в департаментах. Поэтому мы сейчас всех аккуратно загребаем куда-нибудь вот рядышком, чтобы они не мешали. Хантер, что с твоими очками? Я вроде бы тебя не отправлял, Уэлчер, что с тобой не так? Так, мы их отправляем просто куда-нибудь рядышком подальше. Я надеюсь, что вот в этих вот штуках с ними ничего не случится, потому что их просто так легче брать. Вы у нас просто отправитесь вот куда-то сбоку и не будете нам сильно мешать, потому что вы, ребятки, слабые. И вам понадобится помощь сильных мальчиков. Так, вот вы. Запускай. Ну, приготовимся. Да! Мысли! Но! At this moment that Nathan knew. He fucked up. Я не понимаю, какого хрена это должно было произойти? В смысле, Хосе мертв? Хосе мертв. Нет, не Камила. Кто же ее? Кортни. Кортни тоже мертва. Какого хрена? Бон-Бон еще как-то держится. Молодец, Бон-Бон. Нервный командир. Но почему? Они же должны появляться только в главных зданиях. Они не могут появляться вот здесь. Это неправильно! Нет. Нет. Кем угодно. Кем угодно. На самом деле нет, но тем не менее, кем угодно я готов пожертвовать, кроме Хосе. Кроме Бон-Бона, кроме всех остальных из моей основной команды. Я не могу их просто так отдать, поэтому я буду переигрывать этот день. Как-нибудь, как угодно, но я обязательно добью его до конца. И мы с вами пройдем испытание сумерек обязательно, но в следующей серии. Спасибо большое, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, клацайте на колокольчик, и я буду ждать вас в следующем видео. Всем удачи и пока-пока.